Великое ли дело помогать другим, беднейшим нас, бессилие увязших? Все сэкономленное нищим сбереги, пролей елей на раны и на язвы. Великое ли дело человеком быть, но мало кто сподобился сей чести. Есть табуны и жрецов, кобыл, их нанесло по храмам и мечетям. Кто не расслышал слова Бога Иеговы, в чем разума Евангелия нет, там к похоти осел давно прикован, пиратский флаг полощет на корме. Великое ли дело с позаранку встать, постель уютную покинуть по тревоге? За все благодаря Христа, исследуя себя без снисхождения строго. Если бы то было очень просто, преобразуя мир своей силой волей, сошли на нет греховные коросты, здоровым стал бы, кто смертельно болен. Ступени три, всего лишь только три. По ним возвысится до звания человека, отвергнуться себя, души предсмертный вскрик, расслышать, выдвинуться под Христа опеку. И на второй, на ней, совсем не легче, уже воскресшим крест свой донести. Все с помощью Христа он нежно лещет, пасхальный гимн довесок у весны. И там на третьей, как христианин, последуй не за кем-то, за Иисусом. И телямку, и стезю тяни, и на вершинах гор развесишь люстры. Великим труд и путь узрят потомки. Не все, конечно, может, пара единиц. По лестнице бежим, не с паутинкой тонкой. Малейшим чувствуя себя, прострешься ниц. 27 февраля 2009 года.